Много про что хотелось бы спросить. Но в этот раз спрошу про кино. Смотрю вас не первый год и постоянно выхватываю из ваших разговоров и беру на карандаш названия хороших фильмов. Их, к сожалению, очень мало. Впоследствии скачав, смотрю их, находясь в морях. Так вот, я про тюрьму Оз, поскольку вы про нее несколько раз упоминали. Заинтересовался, скачал с собой сразу 5 сезонов. В Сахалинской бухте Морж нет интернета. Стоять там пришлось долго, но даже там я на 3-м сезоне сдался. Может, дело в отвратительном переводе. Конечно, именно так. Дело в отвратительном переводе. Поверь, комрад, сериал «Оз» очень хороший. Он, ну, скажем так, как положено хорошему произведению искусства, он про людей, а не про тюрьму. Про людей, попавших вот в определенные обстоятельства. Но после того, как, например, уважаемому арийцу налицо навалил опущенный, а тот все равно остался среди своих уважаемым арийцем, да и масса других, лично мне, непотных вещей, непонятных, может. Я понял, что досмотреть сериал сил моих не хватит даже в морже. Хотелось бы от вас услышать не разбор, конечно, но хотя бы в общих чертах. Почему вам зашел, так сказать, этот сериал? Спасибо, привет из Владивостока. Ну, потому что он хороший, комрад. Еще раз повторюсь, он про людей. Не про какие-то там эти тонкости там присутствуют, но в основном это про людей. Перевод все портит. Все портит перевод. Он вообще не о том, о чем ты смотришь. Как только из происходящего исчезают всякие тонкости, так сразу все, извините, не о том становится. Говняный перевод – это все равно, что Рабинович Каруза напел. Да, все пересказали какие-то дегенераты. Я тут, кстати, 3-го дня, мне там попалось, сериал называется «Generation Kill» – «Поколение убийц», там по-нашему или как-то. Ну, короче, там он старый, ему там лет 10, если не 20, не знаю, где. Это, кстати, жена Камерона. У Камерона была жена когда-то, Камерон, который «Чужие», «Аватары», у него жена была, которая засняла «На гребне волны», тетенька. Хрена себе. Да, тетенька. Молодец. Очень серьезная, да. Ну и вот этот сериал, так сказать, под ее руководством изготовлен. Ну, что вам сказать? Я когда-то в армии служил, и даже некоторые слова до сих пор помню, которые там употребляются. Как строиться налево, направо. Я даже командовать когда-то умел. Люди, которые переводят, они вообще не понимают, о чем там речь. Просто не понимают. Дислокацию от расположения там, блядь, они ни хера не понимают абсолютно. Несут какой-то бред, там масса аббревиатур, там какие-нибудь, ну, какой-нибудь, знаешь, там СВУ, там самодельное взрывное устройство. Но если ты этого не понимаешь, ну не надо к этому прикасаться. Там вообще точно так же непонятно в этом мудацком переводе. Вообще непонятно, что происходит. Ну, вот такое, увы. Поэтому досадно, комрад, что тебе не понравилось. Тюрьма Оз хорошая.